29 глава книги пророка Исаии. «Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид! Приложите год к году, пусть заколают жертвы, но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательною, и воздвигну против тебя укрепление, и будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающиеся плева. И это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и удивляйтесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Не могу, потому что она запечатана». И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: «Прочитай ее». И тот отвечает: «Я не умею читать». И сказал Господь: «Так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: «Кто увидит нас и кто узнает нас?» Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его: «Не он сделал меня»? И скажет ли произведение о художнике своем: «Он не разумеет»? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать как лес? И в тот день глухие услышат слова книги и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля. Потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах, и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое,
и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию».